Примерно в полночь дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин произошло на улице Дулате, недалеко от ее пересечения с улицей Моделье-Кожа. Здесь столкнулись автомобили Toyota Camry, ВАЗ и Mercedes. Все три автомашины ехали по Дулате в одном направлении к проспекту Раскулова. Впереди шла Toyota, а за ней двигались ВАЗ и Mercedes. Затем, по словам женщины, управлявшей немецкой автомашиной, сзади ее стал обгонять ВАЗ-2199, прижимая к обочине. Девушка, пытаясь избежать столкновения с Самарой, врезалась во впереди идущий «Жигули», а «Жигули», в свою очередь, в «Тойоту». От удара «Мерседес» выбросила на обочину, и он врезался в дерево. К счастью, в ДТП никто серьезных травм не получил. Наибольший ущерб понес «Мерседес». Другие автомашины отделались незначительным уроном. Инициатор дорожно-транспортного происшествия ВАЗ-2199 скрылся с места происшествия. Сейчас по этому факту расследование ведут инспекторы дорожно-патрульной полиции. Инспекторы предприятия «Охотзоопром» задержали браконьеров, охотившихся на краснокнижных джейранов и сайгаков. В автомашине «Нива» при задержании инспекторы обнаружили две туши животных. Браконьеры охотились на внедорожнике и мотоцикле. В ходе досмотра специалисты «Охотзоопрома» у нарушителей изъяли три ружья, одно из которых было не зарегистрировано. Завидев инспекторов, браконьеры попытались скрыться, но далеко уйти не смогли. Теперь им предстоит оплатить крупный административный штраф. Сотрудники полиции подвели итоги акции по возмездной сдаче оружия, которая шла в течение всего прошлого года. Жители Шымкентской области могли сдать свое травматическое и газовое оружие, получив за него хорошее вознаграждение. Акция закончилась 31 декабря. Казыргы вакта бир жылдын ичинде 3830. За 12 месяцев прошлого года жители области сдали 3830 стволов. Департаментом внутренних дел выплачено 156 миллионов тенге.